Махачкалу очищают от стихийных свалок, образовавшихся в городе за последние 2 недели. Проблема уборки мусора стояла наиболее остро в течение нескольких дней до Нового года и после него. В результате провели экстренное совещание по санитарному состоянию города, и уже после работники компании ЭКМ задействовали все резервы и начали интенсивно очищать городские улицы, при этом используют и спецтехнику. Кроме того, по поручению столичного мэра созданы специальные бригады по уборке мусора на тот случай, если возникнут непредвиденные ситуации. Мы работаем в авральном режиме. Работа сопряжена, как говорится, с определенными трудностями. Приходится работать даже ночью, когда интенсивность движения значительно уменьшается. Постоянно существует задержка по выплате заработной платы. Мы работаем, как говорится, все время в режиме ожидания. И мне очень трудно объяснять своим сотрудникам, уборщицам, рабочим уличного смета, почему это происходит. Больше того, те незначительные деньги, которые мы собираем в части обон и по линии обонплаты, нам приходится задействовать именно на работу по уборке уличного смета. У меня убедительная просьба к жителям города немножко с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по максимуму обеспечить оплату услуг.